Всем привет, друзья! Вы на канале RMPLAY. Мы продолжаем играть в Elden Ring. В комментариях написали, что в замке Годрика мы не спрыгнули с какого-то балкона к стражу какому-то вроде там. Как мы пойдем, сейчас сходим, все проверим там. Еще разочек. Может, и пропустили, где херны, потому что я, ну, не знаю тоже. С балкона, где дрались с птицами, то есть это на втором этаже там где-то. Пойдем посмотрим сейчас. Сходим туда быстренько, отчекрыжим там всех. Надо обязательно посмотреть, мне самому интересно, что за страж там такой на балконе. Не на балконе, а под балконом получается. Ну там в двух местах мы дрались с птицами. Вначале через обходной путь и потом ближе к концу. Ну с балкона, я думаю, ближе к концу, наверное, где-то там. Вначале там, потому что скалистая местность была. Ну сейчас увидим, сейчас зайдем. Долго загружается рандомайзер. Врагов долго-долго прогружает. Да и не только врагов, и лута, и всего подряд. Так, вот здесь вот мы давай. У нас охрененный кнут. Так, погнали сейчас. Сходим. Это нам надо в замок Годрика пиво сдавать. Сейчас мы туда сбегаем. А, где у нас? У нас еще тут много проходить, много всего. Так, где у нас замок? Главные врата у грозовой завесы. Ну, нам вот сюда, вот, наверное, надо, да? Да-да, вот сюда. Сейчас обратно пройдем и посмотрим, что мы там позабыли. Не, ну в этом замке, оказывается, ну до хрена тайны. Это мы под землю вообще куда-то лазили там. Много всего интересного. Вижу, даже где-то какой-то сатраж еще есть. Сейчас сходим, посмотрим. Обязательно надо отчекрыжить всех и это со всех лут собрать. Может, там что хорошее в нем лежит. Так, вот мы в замок пришли, погнали. Сейчас эту бригаду призовем свою. Так, ну там мы были, там мы везде бегали. Но эту я сам убил. Это тоже. И это тоже. Так, погнали. Так, это нам надо на второй этаж придется, да, подниматься. Ну да, мы вон там ходили, вон, видишь, там мостик такой вот. Над моей головой прям вот я показываю. Вот там были птицы, вот туда нам надо. Так, давай этих призовем. Ты какая, а? Кусить хочешь? На, я сволочь. Кусать хочет, смотри какая. Бельма. Кнутик тут, я тебе скажу, мощный такой. Так, чтобы нам туда подняться, нам надо, ну, на лифт, наверное, да, перейти. А это кто там такой? Ее там какая-то дура сидит, ну-ка сейчас. Сейчас быстренько придется все зачистить. Да? Так, откуда я выходил? Вон оттуда, вот туда надо. Здравствуй, волк. Медуза, здравствуй. Вот, здравствуй. Ой. Одни спецэффекты пошли. Ну, там арена и валит. Ну, цепь, красавчик.
Так, мы пришли вот отсюда, получается, да. Давай вернемся. А у нас же там есть этот ёпарас, это прям рядом причем. Где у нас тут? Урат. Склон. Башня Бастиона. Вот сюда, наверное. У нас же там рядом был костер как раз. Да, я точно помню. Прям на выходе, ну, на птиц на этих был костер. Да, вот он здесь, ну все. Сейчас пойдем глянем. Ну вон там тоже, видишь, это какая-то это. Башня есть, я не знаю, как туда попасть. На самом-самом верху, видишь, там лесенка есть какая-то. Ага, вон там лут какой-то лежит, отсюда вижу. А я вон туда на это допрыгну, нет? Не, наверное, нет. Вон лут еще лежит. Блин, тут лут столько. Я не знаю, как туда пройти. Надо будет посмотреть все. Так, ну вот здесь где-то мы должны были спрыгнуть. Ты прям танцор там, смотри. На тебе. Да и ты на получи. О, видал, как я тебя чекрыжу. Так, ну я думаю, ну вот с этого на балкон прыгать куда-нибудь, нет? Давай, нет, не. А, вон. Вон что-то есть. Внизу вижу, да. Что, попробуем? Да, вон, смотри. Спустились куда-то. Да, только что-то тут нет никого. Никого нету. И все, нет, я в ловушке, да. Или ниже можно прыгнуть. Не, ниже нет прыгать. Мне почему-то показалось то, что это. Ну, вот отсюда. А, ну, наверху лут. Ну-ка, на эту балку я смогу прыгнуть? Нет, ну, да, попробуем. Давай, оп, аккуратно. Хорош. Это, смотри, это новые тайные места. Давай, аккуратно теперь сюда. Ты смотри, тут сколько тайн. Ледяная смазка. Только что за сотражник, я не знаю, может ниже там где, давай пониже попробуем. Блин, почти вниз упал. Ну это я на начальную локацию, наверное, вернулся, да? Или нет? Вроде нет. Так, там еще ниже куда-то идет, да? Ну да, давай ниже прыгнем. Мне может только не с этого на балкон, я херно. Ебать, срац. Нифига, я выжил. Охренеть. Как это так, я выжил? С такой над высоты есть прыгать, бывает. С маленькой и умираешь, а тут живой. Охренеть. Так, давай посмотрим, что там за булаву нам дали. Моргенштерн. Накапливает кровотек 50 единиц. Большой молот, состоящий из рукояти и шаровидной ударной части, наносит дробящий урон. А шипастая звезда вызывает кровотечение. Иронично, что оружие со столь изящным названием нередко покрыто запекшей кровью. Навык пинок.
оттолкните противника сильным пинком. Этот навык эффективен против врагов блокирующей атаки и даже может выбить их из разновесия. Простой, но крайне полезный прием. Ну, читовод из меня такой себе, ну все равно. Прочитали. Так, я не понял, ну что, нам ниже, что ли, куда прыгать, или что делать? А, вон, а вот, смотри, какой зам. Все, я понял, короче, он там получается, он, да? Пойдем. Да, мы тут не были. Может быть, вот на этом месте должен быть сетраж. Какой-то там. У меня просто рандомайзер врагов, то есть тут может быть любой замес него. Может, вот этот чел замес сетраж был. Ну, потому что вы сами видели, это за место Годрик, мы били вообще какого-то левого типа. Вот, мне кажется, он, наверное, есть. Фига тут какое место, да? Мы тут и не были, наверное. Там еще есть какой-то, я увидел. Как туда забраться, я не знаю. Надо посмотреть мы. Это да, ну это тайное местечко такое. Но тут мы не были, точно. Так что, может быть, я его и убил сейчас. Потому что я не знаю. У меня тут рандомайзер, он тут это все перемешал, тут хер поймешь. Поехали наверх. Может быть, может и убили. А может и не туда прыгнуть, хер знает, не знаю. Так, кстати. Ну-ка иди сюда. Не поддается, ах ты сволочь. В самом низу, да? Теперь мне интересно, как на ту башенку попасть. Тоже, наверное, есть какой-нибудь путь. Если кто знает, напишите в комментах, как он туда попасть. Где магическая аномалия какая-то, видите? Вот, напишите, как туда. Ну, отсюда прыгнуть? Вряд ли. Подняться наверх, только вон там пройти. И забраться наверх. Это вон там, потому что, видишь, тоже лут валяется. Через вот эту щеку там тоже какой-то лут валяется. Ну, тут, ну, нахрена неразгаданного, да? Но это туда я хер допрыгну, по-любому. Ну, а если сопрыгнуть с балкона, ну, это только вот этот балкончик. Все, тут больше нет никаких балконов. Я думаю, это мы правильно туда сходили. Это просто там за место этого у меня был другой враг. Так, ну там мы были, там мы проходили вниз. Опа, а это что такое? Это можно на самый низ, да, прыгнуть. Либо спуститься тут. Так, секундочку. Пришлось окошко прикрыть, а то и ездят все, шумят, мешают. Так. Опа, это... Не, ну это все... Мы здесь были уже. Колокола можно? Позвонить, нет?
Не, нельзя, походу. Давай вниз прыгай. Эх! Не, нормально, нормально. Прокатило. Так, и вон, ну, на ту башню нам надо, да, мы оттуда смотрели. Это давай поищем там где-нибудь, какой-нибудь подъемник надо найти. Так, ну этих я так всех убью сам. Без помощи. На коне кто-то. Я ж там был вроде, нет? Что-то я не помню, чтоб там, ну, на коне кто-то был. Может, заспавнился заново, только рандомизировались. Тут вроде... Блин, как вот на ту башню попасть? Опа, сундук, смотри, там тоже какой-то. Блин, это много всего интересного, только я не знаю, как туда попасть. Заход вон какой-то есть. Это, то есть вот отсюда надо как-то пройти и там найти проход. Ну, пойдем поищем. Ага, вот лут валяется. Нифига себе, я тут не был. Не звони, чувак. Да. Ну-ка, ну-ка, давай глянем. Тут смотри, еще какие-то места появились новые. Так, ну тут я был, там я тоже был. Может, сейчас и до этого дойдем. Вот, смотри, 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 смотри. Смотри-ка, мы ни хрена тут не прошли, можно сказать, ничего. В этом замке. Тут столько потайных этих. Сюда поднялся, это туда пролез, это сюда запрыгнул. Так, а тут что у нас? Закуток просто какой-то, да? Ну тут я никак не залезу, точно. Ну и тут вроде проход нет, ага, вон что-то есть вроде. Ай, блин, зря. Не на ту кнопку нажал. Так, ну тут я не знаю, тут нет вроде больше ничего, да? Ага, ну вон какой-то бомж, но это потайная комната там вроде, да? Или нет? О, приноси. Цветок такой. Не, ну это я уже на другую перешел. Вон еще какой-то проход. А вот, все, нашел я. Рукавники апостола божественной кожи. Мечевидный ключ, нормально. Жать. Ты смотри-ка, а. Ну, тлеющий бабочка такой себе. Вот это. Нашел проход к этому сундуку. А как вот на ту верхнюю башню попасть? Там же лестница есть, ну, значит, можно как-то туда пройти. Срал меня. Так, ну это заново они зареспавнились. Получается, да. Блин, вон там какой-то еще проход есть.
Но я думаю, я правильно с балкон провел. Ну, балкон, где мы дрались с птицами, ну, он только один там такой. Там больше нет никаких балконов. Ой. Блин, вон лут тоже, да, какие-то валяются? Или что это там такое? Можно как-то туда спуститься, что ли? Непонятно, короче, непонятно ничего. Так, ну это вот подъемник, можно наверх подняться. Годрика мы так и не нашли, там вместо него другой человек, я не знаю, где он нам попадется в качестве врага, хер его знает. Так я и не понял, короче, как туда подняться. Если кто знает, напишите в комментариях, как, ну, это подняться вот там, где это, ну, аномалии надлетает, там лестница еще на башне есть. Как туда залезть? Я потому что что-то так и не понял. Вот еще какая-то башня. Ладно, фикси. Напишите там, почитай, посмотрю. Еще раз вернемся, ничего страшного. Так, а сейчас что нам надо? Пойдем, ну, до этой потихоньку проходить. И водный камень давай сначала возьмем сейчас. Это обязательно надо их взять, чтобы открыть территорию, потому что ни хрена непонятно, где еще находится. Сейчас мы быстро камешку возьмем. Сейчас у нас прогрузится. Давай, загружайся. Не, ну на X10 этот призыв тоже охрененный мод. А если на это воткнуть призыв боссов и на X10, это 10 боссов на одного, представляешь, призвать, это вообще просто будет жуть. Давай, лошадь нашу призываем, погнали. Надо открыть эту местность. Где-то там должен быть камень. И тут, кстати, чувак должен быть на этой. Орать, ну сейчас посмотрим. Ну давай я этих призову своих. Понять пиздили их последовательно. Да, вон он там, на. И тебе что ли, на. Давайте, мои верные воины, берущие. Ваншотит прям, ваншотит всех подряд. Ух ты, вот валяется. Сейчас я подойду к тебе, Нарита. Опа, опа, прах огненного монаха. Давай, давай затестим обязательно. 10 огненных монахов мы еще вот этих не пробуем, птица, давай. Идем. Прах огненного монаха. Что-то новенькое выпало. Огонь. Так и назову видео этот новый прах бы. Неужели это за долгое время? Лута, лута, до хрена всякого. Но прах что-то мало так выпадает, это жесть. Можешь его убить. У него по квесту, потому что я знаю там тупой квест. Давай. А ты здесь, чтобы мне помочь, не так ли? Очень любезно с твоей стороны, но... Нет, нет, я буду рад твоей помощи, даже несмотря на то, что ты из погасших. Сослужителем истинного порядка могут быть не только аристократы. Может, мое имя тебе знакомо? Кеннет Хейт, законный престонаследник Замогилья.
Юный погасший душа, у меня к тебе просьба. Освободи мой форт от захватчиков. Он на юге за туманным лесом. Его заняли предварители рыцарей грозовой завесы, болваны как... Как их поискать только надо, и настоящий там, то есть и больше не успел. Некоторые субтитры удобны, некоторые, ну, исчезают прям за 2 секунды. Ну, кому надо, еще прочтете. Ничего страшного, можно даже на паузу поставить, почитать спокойно все. Так, все, давай сейчас огненного монаха на медведи призовем. Вот я знаю, есть здоровый медведь. Но за место медведей кто-нибудь другой, наверное, по-любому. И, кстати, там будет река. Спустимся на речку, начнем проходить ее. В следующей серии дойдем до конца, там босс олень должен быть. Олененочек. Так, ну-ка, где медведи? Тут медведи. Опа, опа. Цветочек берем на прокачку. Да нет, тут за место медведей обычно бомжи какие-то. На монахов давай посмотрим. 10 штук. Нормально. Золотая набедренная повязка. Кто тут меня бьет, сволочи? Алтернет щит, это давно. Смотри, как я его наглую бью. Окей. Что за золотая набедренная повязка? Это у нас ноги, наверное, да? Да, но она легкая. Набедренная повязка, напоминающая ветвь древа Эрлд. Незатейливые украшения, созданные учениками золотой маски. Они уже давно покинули владыку. Ага. Ага, вот мой луч. А вот и то, что нам надо. Открываем карту. Около эпического лута прям поставил. Смотри, четко. Вот у нас уже огромный карточек. Нам вот это только все открыть, что надо будет. Да тут еще до хрена всего проходить. Что тут за лут? Ледяная смазка, флакон. Ну, это обычные флакончики. Место медведь вообще какая-то. Так, я вот знаю, там руины сейчас должны быть, туда сбить. Опа, бомжи. Гореть вот в огне. Лели трины, точнее. Тут вот по этой дороге должны быть руины, я точно помню. Опа, волки воют. В этих руинах есть тайничок. Волки, волки воют. Волки, монахи тут выжигают всех вообще. Всякой травы, да. А вот волки воют. У торговца Каллана можно выучить специальный жест, и его надо вроде соделать на это, когда волки воют. Только что произойдет, я хер знаю. Ну что должно произойти? Вот это вот. Давай. Чем-то легендарный, нет, эпический. Крупный могильный ландыш.
рож, деяние снежной ведьмы, твердая крапчатая слеза. Гатускок монаху, дайте пройти, щемит. Мне одеяние интересно, что какое. Так, ну это магию, ну это защита от магии прям вообще жестко. Это, ну для мага вот эти вот два прям топ вообще. Ну у меня доспех Маликета легендарный. Я его менять не буду. Да, 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 вот Войт, они, я тебе говорю, там специальный жест надо делать. И я думаю, это появится на босс какой-нибудь, волк, наверное, еще чем. Опа, опа, а там что такое? Нифига, вот этого я не видел. Чему? Лежать, чувак. Не выпендрился. Эпическое что? Шлем прилата огня. Ну, это, наверное, тяжелый какой-нибудь там. Да, 10,6. Я там в нем вес. Здоровый толстый шлем. Не, ну... монахи на призыв. Мне херня. Но мне как-то не очень. Лучше вон мои эти легендарные хлопцы. Ну давай поток. Залезь что ли на это, не хочешь? Монахи. Это монахи. Опа, маги какие-то. Обосрала коза. Ядом шит. Я думал, это статуя какая-то. Посмотри, какой босс. Кто здесь? Все, все, всех отчекрыжили, вообще масса убийств. А это что за уроды летающие? Кто ты такой, блядь, я даже не вижу. А, это птица какая-то. А я сюда бежал, я думал, это статуя какая-то, типа. А это, оказывается, не статуя. Ни хрена, я почему думал, что думаю, какая-то цитата, наверное, посмотреть хотел, а это мини-босс. Так, там наверх надо запрыгнуть можем, кстати, пойдем посмотрим, что там. Там еще и на развилке налево поворот был к этой. И как она называется-то? Река Сошейн какая-то, или хер поймешь, конечно, речка там какая-то подземная. Вот, надо будет нам и туда сходить. Давай, прыжок веры. Хуяси. О, яркий-то регион. Так, там волк ходит и кладбище. Но мы уже тут были, да, вроде, нет? Да, были, были на этом кладбище, были точно. Точно, точно были. Вон около вот этого древа не были. На древо пойдем сходим, глянем, что там вообще.
Сейчас быстренько пролетим тут. Вон они воют около руин, волки, да. В следующей серии мы попробуем эту хрень сделать. Там надо какой-то жест, чтобы что-то они там... Да что ты мимо бежишь? Ну давай, удачи, чё? Ладно, молодец. Язык насмешкой. О. Снеговики какие-то, или ты урод, короче. Малое древо Эрл. Да что ты будешь делать? Ну ударь. Да хер там, короче, там все равно. На зельке. На восстановление зелек только. Так, давай посмотрим, что. Опа! Полуторный меч говно, могильный ланж хорошо, кузнечками хорошо. Так, все, я к этому древу пришел, да? Да, давай. Давай лампочку повесим, а то я ни хрена не вижу. Вот. Тут больно темно. Спуск. На речку, наверное, как раз. Так, давай. Меняем пушку. Ну, у нас только вот две, ну, четкие такие, да? Или с этим сокнутом пока полазить. Вот она, река Сиофа. Я все думаю, что за речка такая? Никак не могу вспомнить. Это река Сиов. И этих давай отзовем на монахов. Ну, по крайней мере, у них ни урон нет, ни хрена ничего нет. Они нам нафиг пока не нужны. И у птиц, наверное, то же самое. Только у легендарного праха охрененный урон. Прям долго едем, да? Едем в соседнее село на дискотеку. Едем на дискотеку со своей фанатекой. Погнали, давай быстрее. Речка, я знаю, тут два босса есть, два тайных босса. Нет, один не тайный, а другой тайный, там, через телепорт идти к нему. Ну ничего, мы отчекрыжим всех. Опа, кузнечный камень, хорош, надо будет прокачать еще какие-нибудь пушечки, новенькие только какие-нибудь, надо желательно легендарные, именно хорошие такой. Доспех Ронина, чуть такой. Нормально, 8,5. Кстати, он легче. Продавать не будем. Доспех человека, известного как Шабрири. Видавший виды по простой и удобной. Мужчина, которого никогда звали Юра, был глубоко предан своей возлюбленной. До слез. Так, ну, легендарный прах, он за здоровье призывается, кстати, а не за магию. Прошу заметить. Опа, отлично, что-то. Ну, что за лут-то? Ледяной дракон, заклинание. Щит с глазом. Ну, что-то новое пошло. Интересно. Щит с глазом. Я его за место этого тогда не воткну. 25 весит, хуяси. Вот это щит.
Необычный щит из белого камня с изображением уродливого одноглазого бога, распахнутый рот которого вложено оружие. Говорят, это злобное божество великанов некогда пало от руки королевы Марики. Особый навык – плевок огнем. Возьмите щит и выстрелите во врага огненными шарами, которые взрываются при попадании. Нормально, надо будет проверить. Там еще, ну, по комментариям писали, это взять какой-то прах. А что за прах, уже подзабыл. Но не факт, что он будет там у меня, потому что я еще раз скажу, у меня рандомайзер на врагов, на систему лута, на магазины рандомайзер. То есть, ну, оно все перемешано, и хер поймешь, кто где находится. Могут боссы из концовки, ну, попасть тебе в самом начале игры. А изначальные боссы, ну, в самом конце могут попасть. Хер его знает, так что. Тут неизвестно. Ну, вот тут, ну, помните, были эти актеры эти какие-то задрочные. А сейчас, видишь, какие-то огненные ходят, уже еще что-то. Ну, все перетуцано. Так, жестоко. Нихуя себе. Вон, недавно это замесан этот шахтер. Кто это такой, я даже не знаю вообще, как его назвать. Это какой-то урод. Так-то. Уродец какой-то. Цветящий камень, оберегающий пилюля. Ну, у меня легендарный призыв, они силят всех. Тем более призваны за счет моего здоровья. Оболочка серебряной слезы. Это для крафта. Ну, по крафту, по сути, мне нафиг ничего не надо. Кузнечный камень мрака хорош. Опа, треснувший горшок и ядовитый смазка. Только одна это я могу применить, смазку на кнут, например. Или нет? Не, не могу. Походу на легендарный предмет нельзя применять смазки. Но они отбивают всех, они меня мощные. Опа, щит у черного. Крианский блестящий посох. Ну-ка, ну-ка. Ну да, эту речку мы будем в следующем видео проходить, скорее всего. Сейчас маленько пройдемся так. Где этот посох? Крианский блестящий посох. Усиливает чары крианского меча. Что за крианский меч, хер его знает. Посох, украшенный синим блестящим камнем. Один из двух типов крианского посоха. С его помощью чародеи могут выступать в роли рыцарей, усиливая чары крианского меча. Нет навыка. У этого оружия нет навыка. Если оружие, которое вы держите в другой руке, обладает навыком, то будет применяться оно. Нет. Так. Ясно? Не, продолжим. Так. Парные клинки рыцари. Ну, пусть. Но без обилки. Нету ни кровотечения, ни сна, ни заморозки. Ничего, короче, нет. А, вон они какие. Это типа длинный такой. Все понял. Превосходный парный клинок сделает честь любому рыцарю. Лучше взять его в обе руки. Так вы сможете наносить врагам мощные удары с разворота. Навык удар с разворота.
излюбленный прием ловких воинов – наносит врагам быстрые рубящие удары с разворота. Вы также можете провести дополнительную атаку. Понятно, понятно. Ну, кстати, можно будет прокачать его так ради прикола и глянуть. У нас на это все равно уже и камней до хрена, и лут до хрена всякого. Куда-то ж надо все девать, правильно? Вот и будем прокачать. Так, надо лошадь призвать. Пособирать вот эти все цветочки, камечки всякие. Может быть, для чего-нибудь пригодятся. Так-то они все, но для крафта. О, бомжи какие-то. Так, ну тут нет, сейчас мои там все хуёвы. Весь дюлю, всё равно. Получил пизды и умер. Вперед, мои верные воины. За эпический лут он лежит, вы должны всех отчекрыжить. Давайте, давайте. Убираемся, убираем. Перчатки рыцарь-бродяги. Опа, взрывной пламя, смерть и огонь. Под землей, как я понял, больше магии идет, да? Мы уже сколько, нет, 3 магии нашли. Короткий лук, нет, нам ничего не надо, лучников мы не будем. Так, тут что у нас? Опа, змеевидная стрела. Кстати, ну, с этим модом охрененно играть, на это за лучника. Тут столько стрел всяких, там яд разный, гниль, хириль, заморозка, магический. Ну, то есть лучником тоже будет нормально долбить их. Опа, кузнечный камень. Да, надо это. Прокачаться будет еще чем-нибудь. Ага. Уехать от меня хотел, вот сучка. За мной, мои верные бойцы. Спускаемся ниже, да? Погнали ниже. Нет, выше наоборот. Выше, выше. Поднимаемся вверх. Я оставил воинов. Опа, легендарный лут, вижу отсюда. Оставил воинов своих. Нельзя так. Вот эпический хорош. Давай чем-нибудь хорошенько. Прям. Крыло Астеля. Надо, чтобы был какой-то дебаф у них. Без дебаф, ну говно получается. Ну вот опять нет. Урон магии и все. Пассивных эффектов нет вообще никак. Меч из хрупкого крыла, пропитанного магией звезд. Сильная атака высвобождает волну волшебного света. Это оружие было выточено из крыла, рожденного бездной, который, если верить преданию, однажды напал на вечный город. Особый навык – туманность. Напитайте магию крылья рожденного бездны и выпустите темное звездное облако, которое вскроет, вскоре взорвется. А я хотел сказать, вскроет тебя. А нет, это маленечко похуже. Если бы оно тебя вскрывало, другое его прям бьешь, и одни кишки. Так, где мои воины, я не понял.
где-то бегают, атакуют кого-то, да? Рун золотая. Тут нет ничего. Вот они. Появились. Ну, что за легендарный лут? Мне цвет вот такой вот это нравится. Видите, какой вот, вот, вот такой вот. То вот. Бегает там дальше. Чтобы весь лут был вот такой вот. Вспоминание о Хуаре Луксе. Бегайте. Это тебе только с босса дается вроде. А вот мы, наверное, за место Годрика убили его. Сейчас взяли егошние вспоминания. Кругом столе надо будет глянуть, что нам это дает вообще. Ну что, забрать можно. Точнее всего с этого воспоминания. Сейчас пускай пока лежит, потому что мы будем в следующей серии эту речку проходить полностью, всю изучим прям. Прям ее выдрочим всю. Ну, не знаю. А сейчас давайте на этом закончим. Сейчас вот зажжем костерчик, сядем. Ну что ж, друзья, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Я с вами прощаюсь, до новых видео, всем до встречи и всем пока.